29 июня Игорь Руденя представил в избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора Тверской области. Здравствуйте. Выборы главы региона состоятся в единый день голосования, который пройдет 19 сентября текущего года. Из 9 глав регионов, которые также будут избираться в этот день, Игорь Руденя выдвинулся одним из первых. Решение о выдвижении Игоря Руденя на пост кандидата в губернаторы от «Единой России» было принято на втором этапе конференции регионального отделения партии. Это очень ответственная миссия, это очень ответственное решение, которое нами было принято моими однопартийцами, и для меня это очень большая ответственность. Сегодня стоят очень амбициозные задачи, и то, что было сделано в предыдущие 5 лет, мы это расценим как только подготовку, создание условий для уже комплексного и масштабного развития нашего региона. Приоритетными направлениями работы регионального правительства Игорь Руденя назвал поддержку семей, модернизацию здравоохранения, развитие системы образования, воспитание социально активной молодежи и добровольцев, вовлечение молодых людей после получения образования в реальный сектор экономики региона, развитие приоритетных отраслей экономики, модернизацию инфраструктуры, ремонт дорог. Однако одной из главных задач, которую ставит перед собой губернатор, это улучшение демографической ситуации. Я больше все-таки ориентируюсь на то, чтобы у нас была стабильная демографическая ситуация, демографическое развитие, потому что наличие позитивных трендов демографии определяет и политическую стабильность. И говоря сегодня о будущем Тверской области, прежде всего, мы исходим именно из стабильности демографического развития. И экономическая стабильность, экономическое развитие, оно неразрывно связано именно с демографией. Напомним, Игорь Руденя 2 марта 2016 года был направлен президентом Российской Федерации временно исполняющим обязанности губернатора в Тверскую область, а 18 сентября 2016 года был избран губернатором.